Михаил Мишустин призвал следить за расходами на здравоохранение, да. То есть премьер-министр говорит, а давайте следите. Все сели, сидят так и следят за расходами на здравоохранение. Видите, следим, следим. Такие как. ВЦИОМ заявил, что почти каждый второй россиянин считает себя талантливым. Ну, я же еще и талантливый. Да? Помните, как Карлсон говорил? Ну, так оно и есть. Я уверен, что не каждый второй талантливый, а каждый вообще талантливый. Самое главное, чтобы раскрыть этот талант. Но путинский режим разве дает возможности раскрывать таланты? Он вообще никаких возможностей не дает. Ни одной и никому. Ну, кроме, конечно, каких-то, кто вокруг, жадной толпой, стоящей у трона, да, они что-то получают. Поэтому я уверен, что наш народ очень талантливый, и каждый второй себя считает. Почему? Потому что остальные скромные. Не надо скромничать. Надо вначале нам реализовать свой талант, делать революции. У нашего народа отличный к тому талант. А потом уже все остальные реализуем. Россия обновила рекорд по экспорту несырьевых товаров. Объем поставок несырьевых неэнергетических товаров из России за рубеж составил 161 миллиард долларов. Видите, как здорово. Все обновляются рекорды, все куда-то поставляют, а назад что? Ну, система Ниппель, да, туда дуй, оттуда... То есть все вывозится и уже ничего не возвращается. Основателя пятерочки заочно заподозрили в рэкете. Ну, видите, я же говорил, что будут обязательно пытаться с него каких-то вытащить денег, а соответственно должны быть какие-то серьезные обвинения предъявлены, чтобы уж нормально можно было с него все получить. Как вы думаете, на саммите большой семерки будут России санкции? Ну, про санкции России на саммите большой семерки, я думаю, что в кулуарах будут разговаривать, а я не думаю, что они будут говорить это вот, непосредственно, встречаясь и обсуждая как главные вопросы. Я думаю, что этот вопрос важный, но не главный. Главный вопрос, который они будут обсуждать, это пандемия, это финансовый кризис, это проблемы с Китаем, ну и прочее, прочее. Россия как... Ну, они наверняка обсудят. Наверняка обсудят, но как-то это будет второстепенно, естественно. Потому что они не видят это как главный вопрос.